Президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, которую Джо Байден назначил пресс-секретарем. Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на американскую компанию SolarWinds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападение на военных США в Афганистане, сказала она на брифинге. Ранее Вашингтон-Пост сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать перезапуск отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее агрессивные действия. Официальные лица заявили, что Байден исключает перезапуск двусторонних отношений с Москвой, пишет газета. По ее данным, новая администрация, напротив, готовит новые ответные меры в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России. Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы, сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности. В статье говорилось, что президент США поручит главе нацразведки Эврил Хейнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности, президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападение на американских военных в Афганистане. Речь пойдет и о сборе информации об отравлении Алексея Навального, пишет Вашингтон-Пост, а также о том, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года. Джейн Псаки – американский советник. Она была помощником президента США по связям и официальным представителем Государственного департамента США, а также бывшим комментатором CNN. А в ноябре 2020 года избранный президент Джо Байден объявил, что назначит Псаки пресс-секретарем Белого дома.